Теперь о саммите АТЭС на Филиппинах, который открылся этим утром. Руководство 19 стран, на чью долю приходится около 60% мирового ВВП, приехало в Манилу, чтобы согласовать подходы к дальнейшему развитию сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопросы обсуждаются главным образом экономические и финансовые, однако в этот раз не обходят стороной и тему терроризма. О борьбе с ним на первом же заседании говорил в частности Дмитрий Медведев, возглавляющий нашу делегацию. К нам присоединяется корреспондент Первого канала Наталья Юрьева, она следит за мероприятиями саммита. Итак, Наталья, мы ждем от вас подробностей. Доброе утро. В этом году у делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества почти олимпийский лозунг. Вперед в будущее, лучше, сильнее, сплоченнее. И потенциал для выполнения этих задач у форума, конечно же, есть. Он объединяет 21 экономику мира, в том числе Россию, Китай, США, Японию, Австралию, Гонконг, Республику Корея, Сингапур. Это зона самого динамичного развития на планете. На долю участников АТЭС приходит большая часть мирового ВВП – 57%, 48% оборота международной торговли. Выступая перед участниками форума, Дмитрий Медведев назвал деловой саммит АТЭС барометром экономических и политических тенденций. Причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. В целом мы с удовлетворением отмечаем возрастающее участие нашей страны в формировании Азиатско-Тихоокеанской повестки. Об этом, кстати, свидетельствует стабильное увеличение нашего товарооборота с государствами региона. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сейчас приходится более четверти российской внешней торговли. А еще совсем недавно это была довольно незначительная часть. Но вот прямые инвестиции в нашу экономику из стран АТР, ну и наоборот, соответственно, растут не так динамично, как нам хотелось бы. На сегодня их объем составляет около 10 миллиардов долларов. Для повышения этого показателя мы, конечно, активно утверждаем совместные инвестиционные фонды. Такие фонды уже действуют с рядом государств, с Китаем, с Японией, с Республикой Корея. Прорабатывается использование аналогичных инструментов и с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. О возрастающей роли АТЭС в сегодняшней непростой ситуации говорил в своем выступлении и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Мы сталкиваемся со снижением экономического роста, слабостью мировой торговли, сокращением объемов инвестиций. Потребуется определенное время для оздоровления ситуации. Все мировые экономики должны работать сообща. В этой связи АТЭС сегодня играет очень важную роль. Основное внимание на форуме АТЭС уделяется экономике, но в связи с последними трагическими событиями многие выступления, в частности российского премьера, были посвящены в том числе и борьбе с терроризмом. Взрыв в российском самолете над Синайским полуостровом, который унес 224 жизни, массовое убийство людей в Париже, это не преступление против одной страны, это преступление против всего мира. И противостоять террористам мы должны все вместе. И поэтому такие мероприятия, как саммит АТЭС, укрепляют наше взаимодействие во всех областях. Но одной из самых обсуждаемых тем у журналистов стала безопасность на самом форуме. Филиппинские власти уделили ей особое внимание. Зона проведения саммита полностью оцеплена. Движение остановлено. Проезд только для членов делегации и прессы. В столице Филиппин, Маниле, на время проведения форума 17 по 20 ноября объявлены школьные каникулы. Сегодня и завтра нерабочие дни. Администрация президента Филиппин даже обратилась к жителям столицы с просьбой покинуть город. Поехать, например, навестить родственников в других провинциях. На время саммита закрыто и воздушное пространство над Манилой. Отменено более 400 рейсов. Что касается российского премьера, у него на сегодня запланирована насыщенная программа. Впереди диалог с лидерами Тихоокеанского альянса, Мексики, Колумбии, Чили, Перу, а также беседы с премьер-министром Таиланда и президентом Вьетнама. Ну и, конечно же, торжественный ужин. Алена. Да, Наталья Юрьева следит за мероприятиями саммита АТЭС, которые проходят на Филиппинах.